Борьба за место в парламенте республики. 4 партии из 10 подали документы на регистрацию списков кандидатов на выборах в Государственный совет. ЛДПР, партия пенсионеров, КПРФ, Справедливая Россия, За правду. Теперь в течение 10 дней ЦИК Чувашии должна принять решение о регистрации. Подать документы на выдвижение и регистрацию кандидатов от партий на выборы в Госсовет Чувашии можно до 30 июля.